следующими на эту сцену выйдут вожатые из факультета физического. Это Овчинникова Светлана и Фролов Антон. Им досталась... Им досталась следующая педагогическая ситуация. Ребенок 12 лет из вашего отряда потерялся. Поиски приводят вас к озеру, где вы находите свое чадо, купающимся далеко за буйками. Ну, там глубоко, естественно. Ни один из вожатых не умеет плавать. Ваша задача — вернуть ребенка на берег, не прибегая к помощи спасателей, плавруков, других вожатых и так далее. Пожалуйста. На белом своем корабле. Таня! Тань! Танечка! Там тебе мама звонит. Она спрашивает: Тань, а мама мне будет звонить после ужина? Танечка, ну мама звонит. Таня, мама звонит. Тань, а мама на Канарах. Мама на необитаемом острове. Девчонки, мальчишки, плывите. Плывите ко мне. Здесь тетка всего. Танечка, тебе мама звонит и спрашивает, что тебе привезти с Канар. Передайте маме. Дорогая моя, лучше сегодня выпросить мне хорошо. Лучше видеть, а не сидеть в магазине. Таня, послушайте, пожалуйста. Слушай, мне ребята из этого клуба любителей коней сказали только, что своё коней себе упали. Ничего, да? Я думаю,